твою мать, твою мать! Слушай, ты Элджей на минималках, он даже сюда в мой дом забрался с этого психушки, это проклятый, ёпты! Чё за дичь творится в этом жопосранске? Почему меня преследуют какие-то привидения, а пельмень недоделанный? Мне нужны идеи в комментариях, какую сигарету можно покурить в следующей серии, потому что вот это... Ну, сами видите, как-то... Ну, не очень. Вот, ладно. Ладно. Мне нужен отдых. Мне нужен отдых. Я уже заколебался, на самом деле. Ну, что это такое? Ни дня отдыха в этом жопосранске, вообще, понимаете? Так, все, успокойся, Эдуард. А, кстати, здорово всем, я с вами снова я, Эдуардо Перетиано. Кто не помнит, я лучший детектив на этой планете. Я знаю все твои тайны. И вот ту самую тайну, которую ты не хочешь рассказывать просто никому, а если твои родители о ней узнают, то тебе просто кирдык. Если ты не поставишь лайк прямо сейчас на этот ролик, то я расскажу всем эту тайну. И твоим друзьям, одноклассникам, твоей учительнице по математике в школе, маме твоей. Всем твоим родителям расскажу, если ты не поставишь лайк прямо сейчас на этот ролик. Я же Эдуардо Перетиано, у меня камеры по всему твоему дому, я знаю все твои секреты, ёпта. Поэтому, знаете, я как будто целоваться учусь. Это сигарета, не подумайте ничего. Мне нужен отдых. Каждый день в этом же посранске происходит что-то странное. Мне нужно просто, ёпты, отдохнуть. Ну, чуть-чуть хотя бы. Все, я посплю часиков чуть-чуть, часиков 28 и проснусь, честно. И пойдем с вами дальше записывать серию. Спокойного дня, ночи, утра. Арбуз. Твою мать! Их кого опять черт занес в мой дом, а? Ядрить, колотить, ну что это такое, а? Сколько я поспал? Я сказал, я буду спать 28 часов. Я поспал сколько? 4 секунды. Заколебали. Ну кто это, ёпта, а? Здравия желаю, сержант Нубик. Разрешите представиться, сержант Нубик. Здравия желаю. Здорово, здорово. Я детектив Эдуардо Перетиано. Здрасте. Да я плювати хотів, кто ты такие, а? Детектив всякий, у меня тут проблема, детектив, я вообще-то, я шериф этого города, шериф жопосранска, вообще-то. И мне сказали, мне тут рассказали, что что ты хороший детектив, да, ёпты, что ты хороший, ты самый лучший детектив в мире, да. Короче, детектив, у меня тут проблема возникла, и как тебе бы сказать его вот это, нужно, чтобы ты мне помог, вот это, да. Сержант Нубик, я, конечно, вас уважаю, хотя вас и в принципе вообще ни хрена не знаю, первый раз вас вижу. Извините, но как бы я тоже человек, я ничем не буду заниматься. У меня свои дела есть. Извините, как бы в сраку пошли, ничем я ничего делать не буду, сорян. Что ты сказал? Слушай ты, шляпник бородатый, ты тут выпендриваться будешь, да? Да я вообще-то самый главный в этом городе. Сейчас ус поправлю. Самый главный в этом городе. Что я сказал, то ты должен сделать, понимаешь, бородач? Смотри мне тут. Ты вообще меня понял, а? Понял, шериф. Стою как укопанный. Уберите ствол, шериф. Я все понял, я все сделаю. Не стреляй, ёпта. Все, не надо. Ну, значит, слушай сюда. Короче, тут проблемка есть знакомая моя, бабка Зина, живет в доме там 69 вроде на 228 улице. Короче, бабка Зина мне консервы как бы подгоняла, замаринованные огурчики, я же шериф этого города, у нас там все по бартеру было. И короче, уже две недели от нее вообще никакой весточки нет, ну как будто испарилась. Я прихожу, тык-тык-тык, дверь делаю, она не открывает, ёпта, вообще никого в дом нет. А баба Зина-то вообще из дома как бы не выходит никогда. Вот, а тут испарилась. Или это кочерга старая решила меня опрокинуть, и больше я маринатиков не получу. Или с ней что-то произошло.
Понимаешь, ёпты, детектив, слушай сюда, ты. У меня как бы своих дел до хрена, тут бандюганы по всему городу бегают. За всем мне как бы не угонишься, никого не словишь, если за всеми угонишься. Ну вот это как там присловица вот это, как она там по-русски. Ну, за одним кроликом всех потеряешь. Короче, иди в сраку! В общем, детектив, нужно, чтобы ты пошел и провел расследование, куда эта карга старая испарилась, вот. И потом нужно, чтобы ты доложил именно мне. Если не доложишь, то детектив папа будет. Понял? Ладно, 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 все. Я спасу вашу бабузину, не переживайте. А у вас там шуры-муры, все. Ладно, я все понял, сержант Нубик, я все понял. Все будет выполнено, все сделаю, да. Все, ёпти! Здравия желаю, я еще вернусь. Так что, детектив, ты тут мне смотри, собака бородатая. Ой, с сержантом Нубиком лучше вообще не таскаться, ёпти. Понятно тебе? Все! Здравия желаю, до свидулечки, счастья, хлеба вашему дому, я пошел к другому. До свидания. Ядрить, колотить. Новые знакомства в жопосранске. Шериф, как его, сержант Нубик, шериф Нубик. В сраку! И что делать? У меня как бы выбора нет. У меня нет выбора просто. Мне нужно идти и спасать эту, как ее там, бабузину. Ой, господи помилуй, хотел поспать. Если я сейчас не пойду, то этот шериф не отстанет от меня. Он прикопается ко мне и все, и жопа. Ладно. Ладно, все, ушел уже. Ладно, машина у меня есть, я знаю адрес этой бабузины, пойдемте посмотрим, куда она пропала и где она вообще. И почему шериф так переживает, а, за нее. Ладно, машина есть, потопали, погнали. Спокойно, крайне управляемая машина. Вот сюда, погнали. Опа! Вот тут, этот адрес вроде, вот этот адрес, ага, а тут давайте припаркуемся, вот так вот. Хорошо то, что я больше уже этих дел с этим проклятым таксистом не имею. Это же дебил вообще, ненормально. Пришел бы уже к тому, то, что он меня просто бы грохнул где-то и выкинул бы под мостом. Так, бабазин! Бабазина! Как? Так, хорошо, вряд ли она так услышит. Бабазина! Открывайте, ёпта! Бабазин! Бабазина! Ядрыть, колотить, ну я понимаю, что вы бабка, но не такая уж глухая! Бабазин! Бабазина! Я так охрипну нафиг! Бабазин! Ладно. Как мне забраться в дом, если тут железные двери и входа нет? С4, я, конечно, могу зашпиндолить бабизины С4 на двери и просто взорвать ведь. Главный вход, но я же не такой отбитый, да? Ну кого я обманываю? Такой отбитый, ну как бы... Ну почему я должен ломать дом бабки Зины, да? Тоже одумайтесь, ёпты. Так, окно открытое, открытое окно. Можно сюда как-то забраться, а? Может как-то по дереву? Ну... Я надеюсь, то, что я не шандарахнусь, если... Опа! Опа! Хотя! Я вам что, паркурщик, мать вашу, я вам что, паркур карты должен проходить, ладно. Опа! Так, оп, не бейте, если тут кто-то есть, не бейте. Бабзин! Бабзина! Это его спальня, комната, ба? Бабзин! Никого нет. Тихо. Бабазина! Да чё тут везде свет выключен? Нас страшную атмосферу тут нагнать пытаетесь, а? Везде паутина... А чё? Как? Крови! А, это не кровь, это я дебил просто. Ну тут же фрукты рядом есть, да? Тут есть помидоры, вишни, яблоки. Это 100% кто-то взял, бабазина просто плохо видит, наверное, шла, взяла так помидор. Опа, вот, кстати, помидор. Опа, шандарахнула об стенку куда-то. И вот такой след и остался. Да я тебе зуб даю, если я сейчас шандарахну куда-то помидор об стенку, кожа след останется. Но я же не дебил, чтобы это делать. Так что все нормально. А где бабазин? Почему она так давно пропала, если тут уже паутина образовалась? Когда она вообще пропала? Бабзин! Фу!
Че, в говно наступил кошачье? Или собачье? Кто насрал? Признавайтесь! Бабзин, ты нас... Нет. А-а-а! Тут же лоток есть! Тут же лоток есть и мисочка с кормом. А, ну у нее кот, наверное, есть у бабы. А где кот, кстати, если баба Зина уже так давно пропала, где кот? Кот не умер случайно от голоду? Нас... Кот, ты вообще дебил, а? У тебя лоток вот тут, а ты срёшь возле входа. Кот, ну ты придурок, конечно. Баба Зина свои панталоны тут развесила. Ладно. Ладно, выключим свет, чтобы не тратить энергию. Так. Где баба Зина? Ёпта, у меня такой вопрос. Опять помидор! Томатный соус! Так, это уже не смахивает на томатный соус. Ладно. Да. Настоящий помидор, вот. А как вот это? На вкус. Это точно не помидор, это кровяка. Так, дело все интереснее и интереснее. Что за фигня? Кто-то тут шел. Что это за звуки такие сейчас были? Кто рычал? Кто рычал, ёпты? Так я не понимаю, ёпты, это у нее кот или... Или кто? Ладно. У меня есть автомат, у меня только 14 патронов. Так кто это? Это у нее енот, хомячок какой-то? Или оборотень какой-то дома завелся? Что это за фигня? Кто... Это ёпты рычит так а нахрен. Чё это такое? У неё дома кот или кто у неё дома? Волк какой-то. Баба Зин, не пугайте. Или... Баба Зин, или это у вас живот бурчит, а? Баба Зин, может вы просто кушать хотите? Кто тут споткнулся на лестнице? Баба... Закрыл. Тя! Ещё кровь. Ещё кровь. Опять рычит кто? Кто-то! Баба Зина! Откликнитесь, пожалуйста, Баба Зин! Баба Зина! Баба... Баба Зина! Баба Зина, вы живы? Баба Зин, я случайно автомат... Баба Зин! Ну, если вы и были живы, то уже точно нет. Она и так уже мертва была. Баба Зина, что с вами? Сколько она тут валяется уже трупаком? Баба Зин! Так... За дело берется лучший детектив в мире. У нее нож в руке. И кровь возле нее. Значит, тут или два варианта. Или три. Или она решила суициднуться и вены порезать. Это первый вариант. Или ее кто-то хотел зарезать с ее же ножиком. И зарезал. То есть она умерла. Короче, это покушение! Я лучший детектив! Ее, короче, кто-то грохнул. Кто-то загрыз. У нее шрамы на шее. Ну, шею не видно, потому что это Майнкрафт, но вот шрам. Укуса на шее. Это не смешно! Баба Зин! Опять кто-то рычит. Да откуда кто рычит вообще? Баба Зин! А что я ору Баба Зин, если Баба Зина уже трупаком лежит, как неделю? Ох, сержант Нубик разочаруется. Ох, предъявит он мне то, что от я ее, наверное, грохнул. Чё за фигня? Опять кто-то рычит, да откуда кто? Шкаф. А за шкафом есть какой-то проход. Чё за хрень? А чё за проходом? Ну, шкаф, так, ладно. Твою мать, кто? Чё? Кто? Как? Так как один... Ты чупчик, ха! Высоко, ёпты, ладно! Чё это за хрень только что была? Какой мать его оборотень? Нет, так...
Дайте мне бензин! Сейчас я разолю тут бензин возле этого проклятого дома! И подожгу, мать, зажигалка! Гори, гори, ясно, пока не погасло! Проклятый этот дом, нахрен сжечь нужно! Я, конечно, извиняюсь, баба Зина, за порчу имущество, но баба Зина уже мертва, это в первую очередь. А во вторую... У неё там оборотень дома! Не, я видел то, что у неё кот там насрал на втором этаже. Я видел то, что у неё там лоток. Я знаю, что у неё есть кот. Но в первую очередь остается загадкой, кто же убил бабу Зину? Неужели кот, который потом превратился в этого оборотня? Если так... То как этот кот притворился в оборотня? Может, на нем ставили какие-то секретные опыты? Мне нужно найти какую-то секретную лабораторию выяснить, что же делали с этим котом и как этот кот превратился из кота в оборотня?